Центральное телевидение Китая и First Feel Studio представляют. Щербатый месяц на воле за рекой, запах из детства над скошенной травой. Тут мою косу, все, что мне снится, все, что люблю. Мы вернемся назад, по-другому не может быть, слышишь, родная. Мама, я не успела тебе все секреты свои рассказать. Прорастает трава по весне, и березы шумят, не смолкают. Мама, мама, прислушайся, это мой голос, я дома опять. Красноармеец Бричкина, времени больше нет. Выступай. Винтовку, мешок, скатку, все оставь. Налегке дуй. Мне сейчас идти. А ты что, будешь ждать, пока немцы окружат? Цигарку вам хотела свернуть. Старшина. Палку не позабудь. Давай валить, Бричкина. Побежала я. Ну, дуй, Лизавета. Давай. Лиза. Она молодец. На нее можно положиться. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам никак не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться. Потому как у них 16 сильных огнестрельных автоматов. Так что ж, смотреть, как они мимо пройдут. Нельзя их тут пропустить через гряду. Как только они пройдут Синюхину гряду, дальше ровное место. До железной дороги, моста, канала рукой подать. Тогда нам нужно что-нибудь придумать. Но сначала давайте животы набьем. От Советского информбюро. 22 июля 1942 года южнее Миллерово наши войска вели напряженные бои с наступающими частями противника. Отбивая многократные атаки немцев, наши бойцы уничтожили 19 немецких танков, 68 автомашин и свыше 500 солдат и офицеров. Wir treffen uns am Fluss. Голодная ушла. Thank you.
есть план. 5 человек будут находиться в разных местах, чтобы немцы не смогли определить наши силы. У нас сейчас всего 5. Винтовок и пистолет. Профессиональный военный легко определит это. А если они поймут, что нас всего 5, они не станут нас обходить. Окружат и ликвидируют нас. Значит, нам нельзя открывать огонь. Красавицы, если в течение часа ничего не придумаете, будем действовать по-моему. А если они лесорубов встретят? Что тогда? Ну, если они поймут, что лесорубы их не заметили, они непременно пойдут окружным путем. Тогда им придется искать другой путь. Вокруг озера. Тогда им придется еще день и ночь идти. Ну, девчата, орлы вы у меня. Третий. Ну, что у вас там? Докладываю. От отряда по-прежнему нет никаких вестей. Я немедленно посылаю взвод. Пойдем их искать. Найдем их. Без моего приказа никаких действий не предпринимать. Есть. Сутки прошли уже, а Воскова еще нету. И девчонки не вернулись. Легче разжечь будет. А как вы думаете? Лиза уже докуда добралась?
местам. По местам, девоньки. Только очень вас прошу, постерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее. Мы вместе с Женькой, Соней и Галкой перейдем речку, зайдем к ним сбоку и еще раз сыграем лесорубов. Пусть думают, что с обеих сторон от них люди. Ну как? Ага. А я здесь одна останусь. Сюда они не сунутся. Я оставляю тебя здесь одну, чтобы ты разожгла еще один костер, покричала и хватит. Погоди, перенесу. Ну что вы, товарищ старшина? Погоди, сказал. Вода лед, а в тебе еще хворь держится. Что ты вертишься? Давайте я лучше сама пойду. Ухватись-ка как следует. Как с маленькой вы. Ой, холодная какая. Подол подбери. Не по уставу. Распоряжение. Идут и в график. Вообще-то надо бы дополнить устав. На случай, если женщина-боец переходит реку вброд, или мужчина несет ее на себе. Лиза! Здорово, Качи. Пошли. Они хотят порыскать по лесу, рассмотреть, сколько лесорубов, сколько мужчин, сколько женщин. Они зашевелились. Ты что делаешь? Попытаюсь задержать их. Не дать перейти через речку. Да не успеть.
Стой! Рая! Куда вы? Вера! Бросайте работать! Пойдемте купаться! Рита! Ну где же вы? Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над рекой. Уходим отсюда, Камелькова. У меня ногу цела. Я донесу тебя. А, добром не хочешь? Так я народу тебя покажу. Давай за мной. А ну давай, догоняй! Ты понимаешь, какой ты подвиг совершила? Ушли. Ушли. Отступаем на 500 метров. Идите. Помоги ей. Советского информбюро 23 июля 1942 года
На одном из участков Ленинградского фронта наши войска, поддержанные массированным огнем артиллерии и минометов, атаковали позиции немцев. Впереди шли наши танки, расчищая путь пехоте и уничтожая огневые точки противника. Товарищ старшина, мы ужинать-то будем? Да. Теперь все. Теперь все, девчата. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит. Прибежит. Она у нас быстрая. Они наверняка пошли вокруг озера. Мы поедим и пойдем их догонять. Сейчас с них глаз спускать не годится. Сонь, почитай нам что-нибудь. К Черкешенке простер он руки. Воскресшим сердцем к ней летел. И долгий поцелуй разлуки союз любви запечатлел. Рука с рукой, уныние полный, сошли ко брегу в тишине. И в русской шумной глубине уже плывет и пенит волны. Уже противных скал достиг, уже хватается за них. Вдруг волны глухо зашумели, и слышен отдаленный стон. На дикий брег выходит он, глядит назад, брега яснели, и опьяненные белели, но нет Черкешенки молодой, ни у брегов, ни под горой, все мертво на брегах уснувших. Лишь ветра слышен легкий звук, и при луне, в водах плеснувших, струистый исчезает круг. Скоро догоним. А откуда вы знаете? Интуиция. Женька, ты вместе с Соней и Галкой остаешься здесь. Рита со мной. Держи за мной, Маргарита. Я стал, ты встала. Я лег, ты легла. С немцами в прятки играть все равно, что со смертью. Так что вся в ухи влезь. В ухи да в глаза. Чуешь? Что? Кофей. Нет. Зачем же они остановились? Кофе попить? Нет, не то. Они все же хотят перейти Синюхину гряду. Выжидают они. Учуяла. Да.
дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только все ли 16? Подсчитать их придется, Маргарита. Не отбился ли кто? Слушай, вот что. Ежели стрельба подымется, уходи немедля. В ту же секунду уходи. Забирай девчат и топайте прямиком на восток, аж до самого канала. Там насчет немцев доложишь. Хотя мысли я... Знать они уже об этом будут. Потому как Лизавета Бричкина вот-вот добежит до разъезда. Все поняла? Нет, а как же вы? Ты это брось. Мы тут не по грибы ягоды ходим. Ежели заметит меня, живым не выпустит, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ? Приказ ясен. Ложись. Плохой ты боец, товарищ Осянина, никудышный боец. Почему? Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать. Так ведь мокро там, Федот Евграфович. Мокро. Твое счастье, что кофе они пьют. А то в раз бы конца навели. 10 человек пищу принимают. Видел их. Двое в секрете. Тоже видал. Остальные, надо полагать, с других концов службу несут. Устроились вроде надолго. Сапоги у костра сушат. Что же нам делать? Очень просто. Мы отходим к Синюхиной гряде. Будем удерживать ее. Как только наступит рассвет, никакие обманные способы уже не пригодятся. Начнется позиционный бой. Штык к штыку, винтовка к винтовке. Понятно. Они немного задержатся. Так что самое время нам расположение менять. Как только немцы появятся в пределах видимости, мы откроем огонь. Женька, ты должна действовать быстро. Уничтожить как можно больше. Облегчить тяжесть последующего боя. Как только я отдам приказ о подступлении, помчитесь по дороге позади гряды, каналу, железной дороге, докладывать о нашем положении. А вы? Должен же быть арьергард. Я останусь, прикрою вас. Держи свою книжечку и беги отсюда подальше.
Может быть, поспим немного? Рита, ты дежуришь первой. Кто-нибудь видел мой кисет? Вы так сладко спали. Я видел во сне Лизу. Она шла сюда с подкреплением. Я вижу, вы на выдумке хитры. Выстрелы прогремят, вы не собираетесь отсюда уходить. Да вы за нас не беспокойтесь. Я не то чтобы беспокоюсь. Я просто волнуюсь. Что если Лиза? Понимаю. Понимаешь, вот и хорошо. Кто-нибудь видел мой кисет? На нем вышито дорогому защитнику Родины. Я видела. Давай его скорее сюда. Я уже 3 часа без табаку. Ой, я тоже вспомнила. Он там, где мы ели. Ладно, ладно. Я принесу. Ты куда? Быстро бегает.
где бегал босиком, ждет ли там завтра с парным молоком. Мы вернемся назад по-другому, не может быть, слышишь, родная. Мама, я не успела тебе все секреты свои рассказать. Прорастает трава по весне, и березы шумят, не смолкая. Мама, мама, прислушайся, это мой голос, я дома опять. Вроде бы Соня вскрикнула. Унифамета встал? Сайт сам. А, сфоткейфнусь. Да нет, вам показалось. Женя, за мной. Остальные остаются ждать здесь. Полежи тут, покуда, Сонечка. Не время трястись. Попадись мне, ты у меня не крикнешь. Не крикнешь. Отвлеки их. Здесь будь. Шумни там чем-нибудь. Ну, камнем там или прикладом. Чтобы глянули они на тебя. И обратно замри. Поняла? Да. Только спрячься хорошенько. Поняла. Женька, на двоих, значит, меньше их стало. Что-то
Нехорошо мне. Ну-ну-ну-ну, попереживала и хватит. Тут одно поднять надо. Не люди, ты понимаешь? Не человеки. Не звери даже. Фашисты.